Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем-ка на ежедневные испытания и посмотрим. Здесь у нас король. А король-то у меня, по-моему... Да, король прокачан полностью, поэтому он нам не нужен. А вот с тренировкой, да. Так, давай-ка мы завершим. И здесь нам надо кого-то заменить. Сейчас, секундочку. Так, у нас прокачался толкатель. Поэтому толкателя мы с тобой убираем из этой армии. Так, толкатель. Где ты у нас? Вот он. Толкателя мы заменим. А заменим мы его... Так, подожди, а кто же у нас... Кто у нас хочет прокачаться? Вот что интересно, я не могу вспомнить, кто у нас недопрокачан. Так, секунду, друзья, тут надо обратиться вот сюда. Так, посмотрим. Из боссов мы никого не можем поставить, потому что у нас там термин 9000 прокачивается, а... По персонажам нежить вся прокачана. Так, здесь, блин, тоже все прокачано. Пагода. Блин, так подожди, а кто же тогда? Воблер. Друзья мои, мы можем поставить воблера на прокачку, либо стража. Но тритоны я не хочу ставить. Короче, воблера или стража можно поставить на тренировку. Выбрать отряд. Да блин, господи. Вначале нужно поменять. Так, значит, воблер. Воблер, вот он. Вот его, пожалуй-ка, мы, наверное, и будем, ребят, прокачивать. Берем тренировку и выставляем его на прокачку. Отлично. Так, ну что, друзья мои, мы идем с вами на события. Так, ареновский, подожди секундочку. О, 15 карточек на термин 9000 нам дали. Остальное нам, в принципе, и даром не нужно. Ну, за исключением, конечно же, монет. Монеты нам пригодятся. Так, противник найден, и, соответственно, здесь... Соответственно, здесь самые лопухи будут, да? Ну, давай, наверное, мы тогда отправим, наверное, вот этот отряд. Опять же, с помощью молотильщика сейчас все тут... А, как говорится, разворотим им. Его одного здесь будет более чем достаточно. Ползун. Который абсолютно нам ничего не сделает. Да их... Ой, успокойся. Все, в хлам. Ну что же. Арену как... Хотел сказать, как анчивку сделали. Так, в магазине. Ну-ка, 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 ну-ка. Бесплатно дают нам банши. Плюс одна карточка. Ну, она нам не нужна. Она у нас все равно, по-моему... Прокачана по фулке, а мы с тобой на долине подданных. Так, долина подданных, значит, здесь копейщица, крестьянин. Ну, единственное, здесь это паладин. Да, паладин, конечно, жестковат, но здесь пока нет грифона. Поэтому молотильщик здесь будет. Опа-на. Ёк-макарёк. Нежданно, негаданно. Так, уйди отсюда, крестьянин. Давай БФГ-ху тогда вызывать. Ёк-макарёк. Хорош уже, ребята, завязывайте давайте. Нифига не тут. Начали наяривать. Чё-то как-то не клеится, ребят.
Давай еще одну БФГ-ху возьмем. Так, нормально. Далее прикурить. Ну, в принципе, все. Тут уже победа за нами. Это уже видно. Они потеряли преимущество, а мы с тобой, наоборот, его набрали. Все, ханаем. У нас еще и заморозка, и ускорение. И это все под конец нам выдали. Не чтобы это дали бы в начале. Тогда бы мы еще быстрее бы прошли. Двигаемся дальше. А сейчас, наверное, ребята, будет уже грифон. Блин. Соответственно, этот отряд не особо здесь подходит, потому что у нас из воздушных, которые могут бить, только лишь служитель тьмы, но он дорого стоит. Вот здесь, наверное... Да, вот этот отряд придется брать, потому что тут есть паладин. Здесь у нас есть баллист. Это как раз то, что нам нужно. Особенно при борьбе именно с грифой. Так, крестьянин побежал. Успею я? Нифига я не успею. Так, застанили. Так, ага, крестьянин, значит, и паладин. А мы тогда сделаем с тобой вот так вот. Всадника на журавле вызовем. И нам бы надо, наверное, взять баллисту. Ну все, с баллистой, ребята, уже будет намного проще. Я еще одного палыча позову. И еще одного щитобота. Так, нам надо по грифону попадать. Грифона размазали, а дальше, друзья, идет просто тотальное уничтожение вражеской армии. Здесь уже он ничегошеньки не сможет нам сделать. Плюс еще, блин, посмотри, что делает, а? Плюс я вызвал еще, ребята, одного паладина. Он уже, наверное, здесь не понадобится, скорее всего. Готово. Расклепали. Как и должно быть. А кто здесь у нас? Так, здесь нет грифона, друзья мои. Здесь вообще нету дальних. А, нет. Лучница. Лучница, разлучница. Ладно, я попробую, ребят, предыдущим отрядом забомбить. Если мы успеем сейчас с тобой... призвать служителя, это будет хорошо. Блин. Паладин. А-а-а. Как-то вот не то, что я хотел. Опять же, друзья, не то, что я хотел. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Друзья мои, тут и лучница подошла. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Через корни. Прекрасно. Слышишь, да, звук костерка? Это горят их кости. Да, лучница ничего не успела сделать. Ускоряха. Ну и все, я думаю. На этом их песенка спета. Так, у них здесь босс будет кто? Либо епископ, либо король. Что тот, ребята, для нас особых проблем не создаст. Ну и епископ, единственное, что, ребят, наверное, будет... повреднее, так как он делает защиту. Блин. Делает защиту. Но мы сделаем, наверное, тоже, ребят, похитрее. Чтобы особо тут не церемониться с врагами. Я возьму наш отряд мощный. А больше все-таки здесь ульта решает на этом отряде. Так, у нас еще и прыгун есть. У нас тут есть прыгун. Ну, это пройдоха. Мы его сейчас ушатаем. Я, наверное, сейчас попробую призвать ведьму. Я думаю, что я успею это сделать. Ай-яй-яй, подожгли, да, все-таки? Ведьма, ты где? Идет, идет потихоньку. А
А вот, друзья мои, и вышел епископ. Ты серьезно сейчас? Мы ультой не пробили епископа, прикинь. Но тут, конечно, тут прыгун. Тем более, когда вышел в истерике, начал бомбить. Очень много урона наносит. И тут победа за нами. Забираем сундук. Сундук подданных. Ничего хорошего здесь не дали. Ну что же. Территория захватчиков. Страж, как всегда, морпех. Страж, морпех. Ну давай, рискнем. Рискнем здоровьем этого отряда. Морпех, как всегда, ребята, любитель позамораживать. Плюс не забывай, что у него массовая атака все-таки идет. И страж. Ну, он страж есть страж. Фиг его, как говорится, пробьешь. Ну, вот он вышел. У нас другого выбора нету, ребят. Через БФГ-ху, наверное, будем работать. Хотя... Вот это вот, ненавижу, ребята, его. Вот за это я его ненавижу. Вот этого слизня морпеха. Все-таки ушатал, а? А если заморозочку? Че, выкурил, все? Бомбарбия Киргуду? Да я еще и деда позвал. А дед, друзья мои, под смотрителем, под служителем тьмы, это вообще имба. Потому что в нашем случае дед получается как бы бессмертный. Мы будем его все время отхиливать, отхиливать, отхиливать. И враг просто ничего не сможет сделать нам. Опс. Вот это уже поопаснее будет. Здесь у нас хищнец. На первых порах-то можно его, конечно, законтрить через ползуна. Так что ждем. Ждем, купим ману. Да-да-да-да-да, я помню твои вот эти выкрутасы. Так, Джаггер побежал. Клетку, наверное, выпустим. Так, плюс фехтовальщика вызовем. А вот это, ребята, нечестно получается. Смотри, он стоит в такой зоне, где мы его не можем достать. Как он, интересно, оказался позади своего замка? Баг не иначе, потому что, ну, он так не может, ребята, появиться за замком, и чтобы мы его до него не достали. Блин. Пришелец. Так, ну, под пришельца надо отдавать будет ползуна. Однозначно. Либо фехтовальщика, ребят. Потому что, ну, ни в коем случае нельзя отдавать ему джиггернаута. Можно вызвать, конечно, жнеца. А я, наверное, так и сделаю, ребята. Я выпущу сразу жнеца. Выпущу жнеца. Здесь мы сделаем клетку. Замечательно. Но сейчас мы тут с тобой наклепаем армию. Да, даже без этого справимся. Прекрасно. А сейчас, если я не ошибаюсь, будет такой этап, где он будет выпускать ползуна. Или это на последнем? Где он будет выпускать ползуна вместе с Уфо. Там надо будет очень быстро среагировать. Так, ладно, ждем. Выпустит он? Так, я что-то просмотрел. Там Уфо, по-моему, не было, да? Уфо не было, значит, мы можем с тобой спокойно
Джиггернаут. Не, давай, наверное, жнеца сразу позовем. Ах ты, что делает? А мы вот так вот сделаем. Тихо, парень. Тритону крышка. Тьфу. Это называется не свезло. Это называется не свезло, ребята. Все тут. Шансов ноль. Там еще и ползун, если что, на прикрытии скакал. Так, лорд пустоты. Лорд пустоты. Блин, мне не хочется с ним, ребята, тут возюкаться долго слишком. Так, ну и главное, чтобы нам УФО пропустить, а уже после начнем. А может быть, даже успеем ведьму позвать, кто его знает. Смотри, никого не вызывает. Ага, вот УФО пролетает в холостую, ребят. Слушай, я успею ведьму позвать. Прекрасно. Начнем клепать армию. Армию нежити. Нет. Не успел, хорошо. Нет, Ритон, твои штучки здесь не прокатят. Че, лордушка даже не появится, да, быть такого не может. Вот он, явился, все-таки явился, друзья. Ну, мы там круто, мы там и заморозку подключили, и все. Так, квест командир завершен. Тут мы его разнесли, конечно, без шансов. Так, держи победу в 10 битвах. Призыв бойцов Нефритовой Империи. Так, сразиться в боях на арене 5 раз. Посмотрите видео 3 раза. Ну что, забираем нашу награду. Все прокачано абсолютно. Ну что же, вот и Нефритовая Империя. Ёк-макарёк. Ага, Ронин. Так, тут надо ползуна, ребята, всегда держать наготове. Ну. Ага, я так и думал. Черт тебя подери. Есть, красавчик. Молодец, ниндзя. Умничка. Ну, я думаю, что тут уже все. Доигрался. Буржуй. Быстрая катка, очень быстрая. Тут главное, ребята, чтобы Ронин не психовал. Если даже психовал, его надо контрить. Единственное, что у нас на этом отряде, по-моему, последняя энергия остается. Как вот, не знаю. Ну и что тут, вот что тут можно выбрать? Можно, в принципе, через... Слушай, ну он же рубанет. Он выбегает, сразу гасит мне... щитобота. Тут как шанс можно сделать. Блин, ну давай попробуем. Я не уверен, конечно, что молотильщик здесь самый лучший вариант. Он же сейчас выбежит. Опс. Не то, ребята, я, конечно, начал. Ай-яй-яй. Да я пошел, то он еще... Все, сейчас по замку нанесет урон, ребят. Пипец. Взял тоже, блин. Да тут, короче, проигрываем.
Это вообще бред. Вот это вот надо было так лопухнуться, ребят. Ну всадник, ну журавле, ну рей, ну все, раскромсали. И ульта-то еще такая, что я не могу ничего здесь сделать. Я не могу подбить вот этих вот охламонов. Ни притяжения, ничего здесь не было. Вот это да, вот это я сфейлил попытку. Ладно, гаденыши. Поехали. Сейчас буду с ними разбираться. По-жесткому, ребят. Да, я всадник на журавле, конечно, все испортил мне. Просто все испортил. Давай, давай, иди сюда. Готов, хмырь. Ты тоже пошел отсюда. Ай, неприятно. Да-да-да, я говорю, ребята, вот из-за всадников на журавле, ребят. Потому что, ну, БФГ. А он еще, видишь, он всадник на журавле включил еще отхил. Черт подери, тут-то, блин, час от часу не легче. Они еще и поставили и тигра. То есть, мало того, что уронен со своей истерикой, так еще и тигр, блин. Угу. Отдохни, парнишка. Берет он мне там разгон, понимаешь ли. Я говорю, остынь. Лезет. Ну что же, пора жнеца вызывать. Да, я так и сделаю. Да ты угомонишься или нет, а? В клетку его. Хайкать будешь в другом месте, я тебе говорю. Просто прекрасно, ребята. Мне просто взбесил, выбесил меня. Ну, за это я и получил, как говорится, по рогам. Ах ты, вот женчик, друзья мои, здесь вот женчик. Ну, давай попробуем так. Не очень, конечно, хороший вариант. Особенно против Ронина. Че, щита будут оставить? Ну, поставлю я щитобота, а дальше что? Всадник на журавле? Блин, вышел, хоть-хоть. Да, я сделаю так. Через тотемы. Ну, что-то он меня заколебывает. Все, да пшикался. Даже ускорение, ребят, нам что-то тут не особо сильно помогло. А если вот так вот? Три тотема. Я еще, ребята, одну баллисту позову. Потому что он луджен, он, понятное дело. Карточка на луджена выпала. Хотя нам не нужна она вовсе. Все, как ты видишь, тут прессинг у нас идет. Замку, крышка. Тут еще и тотемы. Красный тотем на нанесение урона стоит. Если он возле замка, соответственно, замок будет получать урон. Так, что у нас тут за босс? Блин, бог ветра. Бог ветра. Оу, у него там Вуджин, бог ветра. Ронин. Слушай, а что я сейчас тут поставлю? И я лопухнулся, ребятка, в очередной раз.
Смотри, сейчас что будет. Успел. Фух. Я уже думал, сейчас нанесет урон. Блин, и мой тоже не побежал. Благо, с Ронином мы... Иди отсюда. Все, что ли? Так... Три секунды, и мы разнесли. Даже гаркнуть практически не успел. Давай сюда сундук Нефритовой Империи. По-моему, все прокачано. Так, у нас опять долина подданных. Блин, тут еще и бродяга. Мальчик-бродяга, да? Че, у нас только тут энергия, что ли? Блин, ну щита будут против бродяги, это, конечно, фигня полная. Сразу тебе скажу, это полная фигня. Здесь кто? Паладин может с ним более-менее еще справляться. Ать, как-то... Сейчас же... Ой-ой-ой-ой, пошло, ребята. Да что-нибудь-то дадут мне, блин, сегодня или нет? Фу, вроде... Ай! Ты посмотри, че... Щербатый сделал, а? Ну и что мне теперь делать? Как мне теперь базу-то хильнуть? Сейчас, подожди, попробуй, знаешь, как сделать с тобой? Через бродягу. Ой, через эту. Лишь бы она отхилку поставила. Все, хилка стоит, ребят. Что-то я не понял, что происходит-то? А где... Он успел бомбануть мне. Да ну нафиг. Че, он серьезно успел мне друидку ушатать? Прикинь. Он успел ушатать друидку. Как это так получилось? Почему она не поставила тотем? Я что-то не понял, как... Блин, опять этот бродяга здесь. Нет, его можно раскрыть, ребята, одним способом. Если мы, например, вызываем впереди кого-нибудь, кто далеко уходит. Так, подожди, что происходит-то? Эй, ребятушки! Я не вижу, там бродяга сдох, по-моему, да, он? Хорошо, они меня тут начали прессовать. Так, получил свое. Так, на этом же не закончится. Вот он опять, ребята, его вызвал. Все, по-моему, доигрался. По-моему, он доигрался. Две баллисты ушатали этого бродягу. Ну все, хорош. Как говорится, баловаться, да? Погнали. Так, у нас третий этап. Блин. Ну слушай, ну против мага очень хорошо идет баллиста. Маг, как говорится, издалека бомбит. Ну и мы тоже издалека бомбим. Будем контрить. Единственное, чтобы не было этого, опять же, бродяги. Бродяга нам просто... Блин. И вот что мне теперь делать? Ну нафиг я так сделал, а? Он ушатает его. Хотя если вот так вот... Есть. Фух.
Всадник на журавле зашел. Так, давай иди сюда, хорош, там уже приготовился, ребята, бомбить. Ну давай, иди к паладину, как раз родной получше от него по башке священным копьем. Блин, баллиста, ну ты как-то медленно, долго все. Вот гад, а. Сейчас тут. Давай через ускорение. Есть контакт. Маг там что-то вылез и сразу разложился. Так, давай смотреть, что такое. Где энергия-то вся? Да ты шутишь, что ли, блин? Как всегда, ребята, только, вот только-только разойдешься, разгуляешься, и на тебе, блин, энергия кончилась. Ну, он еще, как всегда, с бродяги, да? Нет, с рыцаря. Ты серьезно? Блин, еще этот мелкий крестьянин бежит. Ну, Ронин, как всегда, в последнее время что-то он вообще, ребят, меня подводит. Ага, а на него, значит, не действует, да? Чумная мышь не пропустила его. Так, мощь империи. Да, уж согласен, мощь империи. Моей империи. Забираем. Так, у нас последний этап, друзья мои. Тут король. Да ну нафиг, серьезно что ли? Ну что, друзья мои, тогда нам на сегодня придется закончить эту серию. Это как раз, блин, перед порталом. На сегодня все, всем удачи и до новых скорых видосиков.